Давайте начинать. Я надеюсь, вы взяли коврик. Всех рад приветствовать. Меня зовут Иван Кузнецов. Вы находитесь в нашей группе «Тело. Храм для души». Мы начинаем нашу очередную тренировку. У нас уже было много тренировок. Вы можете зайти в раздел «Видео» в нашей группе и посмотреть наши тренировки. Там у нас все есть. Я вас благодарю за то, что вы пришли, молодцы. Сейчас мы уже начали нашу тренировку. Как всегда, мы начинаем с техники безопасности. И самое важное понимать, что вы тренируетесь для здоровья, для хорошего самочувствия. И вы самостоятельно оцениваете уровень нагрузки, физической нагрузки. Я вам даю здесь какой-то план занятий, вы за мной повторяете. Что-то повторяйте в полном объеме, что-то повторяйте в частичном объеме. Сегодня будет силовая нагрузка в том числе. Мы сегодня покачаем пресс, покачаем наши мышцы груди, наши руки покачаем, поотжимаемся, поприседаем, поработаем над спинкой, поделаем упражнения на гибкость, поделаем упражнения на мышцы пресса, потянемся и сделаем кое-что еще интересное. Я думаю, что вам понравится. Упражнения будут сегодня, ну, они не сложные, с одной стороны, а с другой стороны, вам необходимо оценивать свой уровень нагрузки самостоятельно. Поэтому, если у вас возникает головокружение, тошнота, рвота, вас раздражает миокардовая буковка R, прекращайте занятия. А для вас это не надо делать. Короче, за собой, пожалуйста, следите, не перенапрягайтесь, делайте упражнения на троечку, сильно стараться не надо. Мы здесь не экзамены сдаем, а тренировка и все упражнения должны идти в удовольствие. Я надеюсь, это понятно. Тогда мы начинаем. И сегодня мы начинаем нашу разминку с нестандартных упражнений. Мы поделаем упражнения для лица, поделаем упражнения для дыхательной системы, упражнения поделаем дыхательные упражнения и потом уже перейдем на более активные упражнения. Я сказал, будет что-то интересное. Итак, первое упражнение: руками, подушечками пальцев лоб. Сейчас мы берем звук буковку М, округляем рот. Как будто бы вы в рот засунули орех грецкий большой. Язык прижимаем вниз, округляем рот и мычим. Делаем буковку М. И в момент мычания мы растираем себе лоб. Это такая будет гимнастика. Поехали. Закончили. Следующее упражнение. Мы берем снова буковку М, объем во рту и начинаем вот здесь вот себя массировать. Вот здесь вот. Я надеюсь, это видно. Видно? Вот так вот. То же самое, буковку М. И начинаем. Поехали. И делаем ровно на один выдох. Больше не надо. Помассируем себя тут. Теперь массируем здесь вот, вот здесь вот массируем над губой, вот здесь вот массируем. Можно взять ноту повыше или пониже. Поехали. Помассировали. Молодцы. А теперь берем самую высокую ноту, которую вы можете взять на буковку З. И вот массируем кулачками, ну вот этими костяшками, прямо над губой здесь. Поехали. Молодцы. Теперь берем самую низкую ноту, на ноту В. В и на В. Вот этими же костяшками вот здесь вот под губой здесь начинаем делать. Поехали. Поехали.
Молодцы. Потом пересмотрите, если непонятно, спросите. Следующее. Буковка Ж. А нет, не буковка Ж. Вот здесь себя погладили. Вот здесь себя погладили. Вот тут погладили себя. Здесь шею размяли руками. Здесь вот такая вот, у нас такая сегодня будет гимнастика для мышц лица. Здесь себя погладили. Теперь вот сюда делаем. Вот так вот. И на выдохе буковку Ж. Долбить сильно не надо, это легкое постукивание. Теперь напрягаем мышцы живота. Здесь вот косые мышцы. И мы будем делать буковку З. Можно делать буковку М. Животик напряжен. Окей? Все. Если потом хотите, я для вас отдельно гимнастику сделаю, позанимаемся. По-другому. Следующее упражнение – дыхательное упражнение. Внимательно смотрите. Мы делаем вдох, прыжок, выдох. Обратно поворачиваемся. Еще раз. Вдох, выдох. На вдохе поворачиваемся на 90 градусов. На выдохе поворачиваемся обратно. Но вдох и выдох шумные. Вдох через нос, выдох через рот. Поехали. Делаем на 8 повторений. Начали. И. Сделали. Теперь делаем то же самое в другую сторону. Только смотрите, может закружиться голова от таких резких вдохов и выдохов. Поэтому вы можете делать не 8, вы можете делать на 6, либо на 4. Поехали. И. Вдох, выдох. Молодцы. Хватит. Следующее упражнение. Мы делаем вот такое упражнение. Разножка. Вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Может закружиться голова, поэтому очень аккуратно. Очень осторожно, можете делать не 8, можете делать 4 повторения. Поехали. И. Сделали легкую передышку. Если нужно, я напоминаю, что мы делаем сегодня гимнастику, потом скажу, что это за гимнастика такая была. Итак, готовы? Еще разок. Начали. И. Раз, два, три. Молодцы. Я надеюсь, что у вас все хорошо, что у вас не закружилась голова. Сейчас будет полегче. Смотрите, мы делаем вдох. И с выдохом скручиваемся направо, скручиваемся на выдохе. Скрутились и обратно вернулись. Потом в другую сторону. Вдох. И на выдохе скручиваемся в другую сторону. Вдох. И на выдохе скручиваемся в одну сторону. Потом делаем вдох и в другую. Окей? Поехали. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вы под свой счет. Продолжаем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Я надеюсь, что у вас получилось. Потом эту разминку можете использовать. Эти упражнения, это, скажем так, это разминка, которую я делаю на музыке, когда я хожу на вокал. Я хожу на вокал раз в неделю. И мы там делаем комплекс упражнений, дыхательных упражнений, которые помогают разогреть горло. Но в том числе это полезные упражнения для мышц лица, для дыхательной системы. И в целом это классные упражнения. Вы их можете выполнять дома самостоятельно. И мышцы лица подтянутся, и дыхалка у вас получше станет. Классная штука. Я надеюсь, что вам понравилось. Если хотите, потом как-нибудь обязательно сделаем продолжение. Потому что еще есть множество других интересных дыхательных упражнений. Я надеюсь, вам понравилось.
Молодцы. Мы продолжаем нашу разминку. Делаем поворот головы направо и налево. Направо и налево поворот головы. Делаем. Плавненько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Наклон головы вперед, назад. Разминаем шею. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Вращение полукруг через грудь в одну и в другую сторону. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Через спину. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Полный круг вращения в одну сторону. Сделали три вращения в одну сторону. И сделали три вращения в другую сторону. Дорогие друзья, если вы за мной не успеваете, это нормально. Делайте, пожалуйста, в своем темпе. Я просто задаю некий шаблон движений. Окей. Руками повращали вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Вращаем назад и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Подвигали суставами. Локоточками поработаем. Вперед крутим локоточки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Обратно поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Руки в замочек. Замочек повращали, 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 повращали замочек. Замочком работаем, работаем. В одну сторону вращаем. В другую сторону вращаем. Руки в кулачок. Вращаем руки в кулачке. Руки прямые. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Напряжение встряхнули с рук. Итак, руки внизу. И сейчас быстро сжимаем, разжимаем. Начали. И раз, два, раз, два, раз, два. Быстро, 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 быстро. Сжимаем, разжимаем, разжимаем, разжимаем. Быстро, быстро. Двигаемся, 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 двигаемся. Руки вперед. Сжимаем, разжимаем, сжимаем, разжимаем. Должно гореть. Уже горят у нас, предплечья горят, руки наверх. О, хорошо, уже пальцы сейчас онемеют от напряжения, руки в сторону. Продолжаем работать, продолжаем, 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 продолжаем. Еще, еще, еще. От, молодцы. Ручками встряхнули вращение тазом. Опа, в одну сторону вращаем таз. Живот подтянутый. Ой, пузо у нас где? А у нас нет пуза, у нас 15 тысяч кубиков пресса. В другую сторону вращаем. Вращаем таз. Я надеюсь, вы себе включили веселую музыку, чтобы не было скучно и слушать мой заунывный голос. Восьмерочку крутим. Крутим, восемь, крутим, крутим, крутим. Кружим, кружим по району мы. В обратную сторону кружим, работаем. Бедрышки работают, работают, работают. Корпус работает. Очень хорошо. Молодцы. Нога вперед, в сторону. Вперед, в сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Другая нога. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще разок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Ножки встряхнули. Если вы не успеваете, это нормально.
Я вас не гоню, у вас свой темп выполнения упражнений. Договорились? Договорились. Ногу вытянули вперед. Сгибаем, разгибаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ножку поменяли. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ножки встряхнули, ножки вместе. И вращаем их. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, семь. В другую сторону. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, семь, восемь. Молодцы. Ножки поставили поширше. Коленки разминайте. Сейчас будем приседать со штангой, ага, которой нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Отлично. Ножки встряхнули. Правую ногу на стопу вращаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Другая нога. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Поменяли ногу в обратную сторону. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, другая нога. Раз, Галина написала нам. Добрый вечер, Галина, привет. Пять, шесть, семь, восемь. К нам присоединяется Корлан Касинова. Ой, я, пардон, я могу неправильно прочитать. У меня еще картавая буковка «Р». Здравствуйте всем, кто присоединяется. Рад вас всех видеть. Мы только что размялись, сейчас будет самая жесть. Сейчас будет самая жесть. Так, берем штангу 200 килограмм. Я надеюсь, вы ее подготовили. Если нет штанги, берем гири. Каждая по пуду. Щутка. Ноги ставим на ширине плеч. Плавненько опускаемся вниз. И раз, два, наверх, три, четыре. Спокойно, мы же только разминаемся. Вниз, раз, два, наверх, три, четыре. Еще разок. Раз, два, три, четыре. А раз, два, три, четыре. Еще раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Можно подставить стул под попу, и будет полегче. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Внимание. Ножки ставим вместе. Встаем на полупальцы. Опускаемся. На полупальцы встаем. Опускаемся. Наверх, вниз. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще. Наверх, вниз. Три, четыре, пять, шесть, наверху стоим, восемь, стоим, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сейчас внимательно посмотрите. Упражнение следующее можете делать, опираясь на стенку для баланса. Вы выходите на полупальцы и плавно, плавно опускаетесь вниз и также плавно, плавно поднимаемся наверх. Если вам сложно, вы опираетесь на стенку руками и помогаете себе руками. Либо берем спинку стула, руки на спинку и то же самое делаем со стулом. Если очень тяжело, опускаемся на половинку и встаем обратно. На половинку и встаем обратно. Упражнение не самое простое, делаем его
максимально аккуратно. Аккуратно. Поехали. На полупальцы встали. Полупальцы встали вниз. И раз, два, три, четыре. Наверх. Пять, шесть, семь, восемь. Вниз. Раз, два, три, четыре. Андрей, добрый вечер. Мы тут немножко занимаемся. Семь, восемь. Вниз. Раз на полупальцах. Два, три, четыре. Наверх. Шесть, семь. Молодцы. Восемь. Я надеюсь, что у вас все получилось. Ноги поставили пошире. Стопы развернули в диагональ. Вторая позиция. Опускаемся вниз. И раз. Наверх. Два. И вниз. Три. Наверх. Живот подтянули. Пять. Шесть. И семь. Восемь. Еще. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Внизу сидим. Раз. Два. Глубоко. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Руками упираемся в бедра. Сидим и толкаем, расталкиваем бедра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Руки на пол, стопы развернули, таз наверх. Наклоны вниз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Внизу стоп. Правая рука наверх. Оп. Стоим. Один, два, три, четыре. Стоим. Пять, шесть, семь. Руку на пол, восемь, другая рука наверх. И раз, стоим, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Рука на пол, восемь. Мы сейчас так стоим и скручиваем таз направо, налево, направо, налево. Таз скрутили, таз скрутили. Скручиваем таз, скручиваем таз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Руки на полу. Садимся на правую ногу. Сели, обратно встали. На левую сели, обратно встали. На правую сели, обратно встали. На левую сели, обратно встали. Мы как бы сели на полножки. Два. Слегка согнули ногу и обратно. Согнули ногу и обратно. Согнули ногу и обратно. Разворачиваем правую стопу вперед и разворачиваемся вперед. Выпад. Качаемся вниз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Разворачиваемся обратно лицом ко мне. Я всех вижу. Выпрямляем ногу. Разворачиваем другую ногу от себя. Выпад. Вниз. Пружинка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Обратно ко мне. Разворачиваемся лицом. Выпрямляем ноги. Выпрямляемся сами. Очень хорошо. Молодцы. Ножки встряхнули. Я надеюсь, вы немножко согрелись, да? Может быть, даже немножко вспотели. Это хорошо. Ножки погрели. Сейчас погреем руки. Вот так. Опускаемся вниз. Садимся на коленки. Позиция стола. Ножки на весу. Отжимания. Упор на коленках. Колено-локтевая, кистевая позиция.
упрощенный вариант отжиманий. Поехали. 5, 6, 7. На два счета вниз. Раз, два. Наверх. 3, 4. 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 И самое простое. Вниз. Раз. Внизу. Стоп. Животиком не касаемся пола. Стоим. Раз, два, три, 4, 5, 6 и легли вниз. 7, 8. Ложимся на живот. Я надеюсь, у вас все хорошо. Дорогие друзья, я напоминаю, если у вас закружилась голова, одышка, частое сердцебиение, ну просто сделайте побольше пауз. Не нужно гнаться за мной. Я ведь не знаю, кто по ту сторону экрана, сколько вам лет, ваш уровень физической подготовки. Отдохнули? Поехали дальше. Голову опускаем на коврик. Ножки поднимаем от пола и наверх. Раз и вниз. Два. Наверх. Три. Вниз. Четыре. И пять. 6 и 7, 8 еще. Раз, два, три, 4. Ягодички работают, поясница не работает. 7, 8 еще. Раз, два, три, 4, 5, 6. Наверху стоп. Держим. Раз. Два, три, 4, 5, 6. Опускаем. 7, 8. Руки перед собой. Одну секундочку. Угу. Руки перед собой вытянули вперед. Руки перед собой вытягиваем вперед. Поднимаем только верхнюю часть корпуса наверх. И раз, и вниз. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Наверху стоп. Раз, стоим. Два, живот. 3, 4, 5, 6 и вниз. 7, 8. Молодцы. Работаем дальше. Ручки в пол. Стопы подвернули. Упираемся коленками от пола. Выталкиваемся наверх. И раз. Упор лежа. Кому легко, можете делать. О, ножки вытянуты. Так, стоим. Руки поставили пошире. Широкая постановка рук. Отжимаемся для грудных мышц. Поехали вниз. И раз, наверх, два. Вниз, три, наверх, 4. Вниз, 5, наверх, 6. 7, 8. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Руки перед собой. В позицию стола вышли. Прошу прощения. В позицию стола вышли. Животик подтянули, округляем спинку и раз, два, прогибаемся, три,
4. Округляем. Раз. 2. Прогибаемся. 3. 4. Раз. 2. Прогнулись. 3. 4. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Спинку подровняли. Подвернули стопы в пол, таз на пятки. Оп. И наверх в потолок. И оп. Толкаемся руками. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь выходим в планку вперед. Толкаем бедра вниз, грудь наверх. Обратно выходим в планку. И таз наверх, назад. Выходим в планку. Бедра вниз, грудь наверх. Обратно выходим в планку. Таз наверх и назад. Стоим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Выходим на полупальцы. Ножками идем вперед к рукам. Подошли. Опускаемся вниз на попу. Ну как вы там себя чувствуете? Немножко согрелись, нет? Если что, можно добавить темпа немножко. Ну, либо посложнее упражнение. Вы пишите, если что не так. Может быть, вам хочется там научиться на голове стоять, там, на одном пальце. Я не знаю. Может, вы в космонавты готовитесь. Что-нибудь придумаем. Опускаемся вниз. Ложимся. Животики подтянули. Фу, выдохнули. Ножки под углом 90 градусов. Руки вперед. Скрутились. Стоим. 5, 6, 7, 8. Ножку одну вперед. Вытянули. Раз. Согнули. 2. Другую ногу вперед. 3, 4, 5, 6, 7. 8 еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ножки опускаем вниз на пол. Животики подтянули. Таз наверх. И раз, вниз, два, три, четыре, и пять, шесть, семь, восемь. Еще наверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Наверху стоим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Опускаемся вниз. Семь, восемь. Одну ножку наверх, другую ножку вперед. Скрутились ножницы. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ноги прямые. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ножки опускаем в пол. Таз поднимаем наверх. И раз, два. А теперь акцент на напряжение ягодичных мышц. Пружинкой толкаем таз наверх. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мягко, плавно опускаемся.
вниз вперед, ножки вытягиваем вперед, ручки вытягиваем вперед и мягко приподнимаем голову и скручиваемся, поднимаемся наверх, поднимаемся наверх и ложимся вниз на ноги. И с круглой спинкой идем назад, позвонок за позвонком, опускаемся вниз, плавненько вниз. Вот. Хорошо отдыхаем. Обратно скручиваемся, голова и позвонок за позвонком, плавненько поднимаемся наверх, вверх и вниз, ложимся на пол. Два. Обратно кругленькой спинкой и плавно опускаем позвонок за позвонок, плавно, плавно, плавно. А, кайфуем, хорошо-то как. И еще разок вперед, плавненько. Два, еще, три. Оу, хорошо. И вниз, два, ощущаем тело, сильное тело, вниз, два. И обратно, круглая спинка, два. Вниз, круглая спинка, вниз. И, ой, хорошо. Мышцы пресса работают. Молодцы, еще немного, раз. Скручиваемся, два, плавненько, три. Четыре. И ложимся вниз. Легли. Пять. Шесть. Обратно. Семь. Восемь. Выпрямляемся. Сейчас будет прикольное упражнение и необычное. Так. У меня все провода просто вылезают из меня. Сели. Животики подтянули, подобрали. Все подобрали. Сильный пресс. А теперь руки наверх. Да, и мы стараемся таз увести назад. Раз, два, ровненькая спинка. Тянемся наверх, сидим. Раз, сидим. Два, наверх. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сидим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мягко, плавно округляем спинку. Оп, руки вперед и вниз. Опускаемся плавно вниз. Плавно опускаемся вниз. Очень хорошо. Ножки под углом 90 градусов. Руки за головой. Мы повторяем упражнение. Одна нога вперед. Да, только на этот раз та нога, которая сгибается, мы к ней еще делаем скручивание. И раз, два, три. Локтем коленки. Итак, готовы? Если вы не успеваете, если вам тяжело, делайте больше паузы. Можете полежать, отдохнуть. И потом вы, когда почувствуете, что силы к вам вернулись, просто продолжить занятие, окей? Не нужно из себя выжимать. Пожалуйста, не нужно. Итак, готовы? Скрутились. Нога. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ложимся на пол. Окей. Внимание, поднимаем пяточки от пола. Толкаемся носочками наверх. И раз, и вниз, два. Стоим на носках. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще наверх. Раз, два, наверх. Три, четыре и пять, шесть и семь, восемь. Еще. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь. Молодцы. Ножки собрали.
Можно собрать их бедро к бедру. Бедра подкручиваем к ребрам. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 Плавненько опускаем на пол ножки, вытягиваем вперед, округляем спинку и плавненько поднимаемся. Пять, шесть, поднимаемся. Семь, восемь. Так, прошу прощения. Делаем глубокий вдох. С выдохом ложимся вниз. Выдох. Обратно возвращаемся. Вдох. С выдохом вниз. Выдох. Еще раз так. Вдох. Плавно вниз. Выдох. Вдох. Выдох. А теперь правую ногу на левую забросили, так, чтобы голень прижимала коленную чашечку, да? Стопа на себя прямой ноги. Делаем вдох. И с выдохом тянемся вперед. Руками стараемся взять за ногу. И держим. Раз. Держим. Два. Чувствуем растяжение. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мягко вытягиваемся. Семь, восемь. Ножки поменяли. Окей. Делаем глубокий вдох и вниз. Плавненько выдох. Стопа на себя и держим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вытягиваем две ножки вперед, стопы на себя и стараемся животом лечь на бедра. Вдох, вниз. Выдох. И держим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мягко, плавно выпрямляемся. Молодцы. Правая нога, ну, либо левая, неважно. Голень опускаем вот таким образом, так, чтобы вам было удобно, комфортно. Мне, например, вот так вот нормально, я чувствую растяжение. И тянемся вперед к ноге. Делаем вдох и вниз, выдох. Тянемся и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мягко вытягиваемся. Поменяли ноги. Ровненько сели. Глубокий вдох и вниз. Выдох. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, один, два, три, четыре, пять, шесть. Выпрямляемся. Семь, восемь. Молодцы. Садимся, ножки в бабочку. Вот так вот. Работаем вниз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз. Работаем. Вниз. Дыхание восстанавливаем.
ножками работаем. В этой позиции стопы можно поближе к себе пододвинуть. Если вам сложно, сядьте спиной к стене, чтобы было полегче. 5, 6, 7, 8. Теперь внимание. Одну ногу мы к себе, а другую ножку вперед. Это не позиция по-турецки, это одна нога поближе, другая нога подальше. И мы сейчас стараемся две ягодички, два седалищных бугра положить на пол. Руками толкаем себя вперед, качаемся. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Руки вперед, лежим. Один, два, три, четыре, пять, шесть, лежим, семь, а восемь еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Ножки вытягиваем вперед. А теперь наоборот. Та нога, которая была подальше от корпуса, ее поближе к паху положили, а другую ногу положили вперед. Это не позиция по-турецки. Возможно, у вас будет диспропорция, как и у меня. То есть с какой-то стороны легче, с какой-то сложнее. Это нормально. Тянемся вперед и руками отталкиваемся. Раз, два. Как получается? Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Руки вытягиваем вперед. Держим. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вытягиваемся, ножки раскрываем в сторону. Очень хорошо. Наклон вправо, вперед, влево. Начали. И раз, два, три, выпрямляемся, четыре. Обратно. Раз, два, три, выпрямляемся, четыре. Раз, два, три, выпрямляемся. Один, два, три, встали. Раз, два, три, встали. Раз, два, три, встали. На правую ножку ложимся и раз, лежим. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На левую и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вперед и ложимся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Правым боком на правую ногу легли и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, в другую сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мягко, плавно выпрямляемся. Ноженьки свои аккуратно собираем. Делаем глубокий вдох и мягкий, плавный выдох. Еще разок вдох и мягкий плавный выдох. Еще разок вдох и выдох. Дорогие друзья, похлопайте себе. Мы сегодня с вами очень хорошо потрудились. Да? Да. Мы с вами очень хорошо поработали. Я надеюсь, что вам понравилось. Если у вас какие-то остались вопросы по уроку, обязательно пишите их в комментарии, я на них отвечу. На этом все.
Следующее занятие у нас по плану в четверг, в субботу. И в субботу у нас по плану на данный момент я планирую два занятия. Первое занятие это бодибалет, у нас будет классика. И второе занятие будет растяжка. Вот. Все подробности будут в группе, поэтому обязательно следите за рассылкой и за новостями. И еще одна важная новость. У нас сейчас проходит дополнительный набор на тренинг «Стоп варикоз» для тех, у кого есть проблемы с варикозом на ногах. И вы можете записаться в тренинг на крайне выгодных условиях. Все у нас предложения идут в нашей рассылке. Поэтому обязательно на нее подпишитесь. На этом все. Большое спасибо за внимание. С вами был Иван Кузнецов. И до новых встреч в новых уроках. Всем пока.